Друзья, всем привет! Это Матрешка с поварешкой. Спасибо, что вы с нами. Сегодня буду готовить тефтельки в сливочном соусе, который подходит к любому гарниру. Для этого беру 400-450 грамм любого фарша. У меня свинина плюс говядина. Добавляю одну среднюю луковицу, натертую на мелкой терке. Добавляю смесь молотых перцев по вкусу. И по вкусу соль. Больше в этот фарш ничего не добавляю. Хорошенько его вымешиваю и отбиваю. Потом формирую из фарша тефтельки величиной с грецкий орех и обваливаю их в муке. В сковороде разогреваю немного растительного масла и перекладываю тефтельки обжариваться. Обжариваю их до красивого румяного состояния с обеих сторон. Как только тефтельки обжарятся, добавляю к ним 500 мл сливок 10%. И теперь буду в сливках готовить минут 10-15 на среднем огне до полной готовности тефтелек. За пару минут до готовности добавляю зубчик чеснока, пропущенный через пресс, и немного зелени. У меня петрушка. Но чеснок и зелень это по желанию, но с ними, по-моему, вкуснее. И все, еще пара минут и блюдо готово. Ребят, очень вкусно, сытно и подходит, правда, к любому гарниру. У нас сегодня с пюре, но прекрасно сочетается и с гречкой, и с рисом, и с макаронами. Друзья мои, всем приятного аппетита. Готовьте с душой, у вас обязательно все получится. Всем здоровья и удачи. Пока-пока.